Всем привет, с вами снова Женек, и мы продолжаем проходить Sheepdog and Wolf. На очереди у нас 9-я серия, и осталось у нас всего лишь 3 овечки, как видите. Ну и погнали скорее. Что нас ждет дальше? Последней серии про пляж. Набежу, точнее. Это был просто тихий ужас, я не знаю, блин. Я столько сидел над этой серией и думал, как что. Это просто пипец. Так, ну ладно. Сейчас будем глядеть, что нас ожидает дальше. Жопа. Так, чё это? На поезде. Если хочешь поймать поезд, нажми на эту кнопку, чтобы включить красный свет. Теперь поезд остановится здесь, когда будет проезжать, и ты сможешь сесть на него. Следи за таймером, чтобы знать, когда подойдёт поезд. Так, понятно. Когда горит красный свет, поезд остановится и проезжает здесь. Понимаешь, да? А чтобы изменить свет... Все одно и то же, окей. Таймер. А, ну все, ладно. Тут что у нас есть, что? Я так понимаю, нет ничего. Можно, да? Ага. Окейушки. Уже кидать овцу, скорее всего. Ничего нового. Давай сразу настроим, в принципе. Практически. Чуть уменьшим сейчас. Чтобы потом не мучиться с этим. Отлично. Так, ну и погнали. Погоди-ка. Может так? Ага. Вот она как, да? Все же придется. Угу. Скорее всего, придется. Так, ладно. Проехали. Thank you.
что там спрыгнуть еще. Затормозить поезд, и мы по крыше перепрыгнем, да? Других вариантов я просто-напросто не вижу. Окей. Погоди. Так, а зачем тогда камень нам? Все понял. Надо его запихнуть. Будет. Сейчас мы сначала возьмем. Сначала возьмем костюм овцы, а потом уже спилим камень туда. Бонус. Так. Так, сюда потом. Ну, вот здесь нам надо скидывать. Так, сейчас пусть здесь проедет. Нам камень надо доставить в любом случае туда. А нифига, да? Так уже нельзя. Ha ha!
ограниченной территории, да. Тем самым мы перекинем овцу. Неспроста он просто так долго здесь стоит. Так, это уже интересней. Часы видел. Бонус я тут нашел, вон там он. То есть по поезду надо попрыгать, да? Окей. Я думаю, мы успеем. Как это сделать нам? Ждем поезд, и мы побежим поверху.
Камень у нас там, да, уже? Так, мы еще кое-что попробуем. Да, бля. Так, что он делает? Почему он тогда же не взял нас? Интересно. Так, погоди. Да, блин, камера. Хм-хм-хм.
Для чего же куропатка это нужна, блин? Не просто же так. Что же она делает? Да. Вот это жопа. Что со временем? Время зависло, я так понимаю, потому что поезд только что проехал. Ладно. Ну, вроде нормально. Нам нужно встать на кнопку именно, блин, на синюю. Сейчас попробуем, потому что она проходила. Мы пробегали кнопку, мы не стояли на ней. Сейчас плохо получилось. Что вообще? Господи. О, господи, ну и блин. Мучился, мучился я, короче, и ничего я
не надумал пока что. Буду непрерывным кадром снимать. Единственное, то, что я понял, то, что Сэм к овце идет, и в это время можно двигаться. Только как вот ее стырить, блин. То есть, смотрите. Он идет. И сразу же назад. Может, его камнем, блядь, придавить? Навряд ли не успеешь скинуть с поезда. Погоди-ка. Погоди, блин, да не-не-не-не-не-не-не. Возникла мысля. Может, его поездом ёбнуть? Он задолбал уже, серьезно. Столько сидеть, блин. Так, а поезд? Ну. Бля. Не успел. Так, сейчас еще раз. Навряд ли он пойдет, конечно, на ту сторону и оставит овцу. Сейчас глянем. Что делать вообще? Камень у нас тут есть. Да. Насколько все же трудно это сделать. О, господи. Идет, идет, давай, поезд. Пипец, мимо. Беги, беги. Погоди. Идет. Так, ну, перекинул. Долго держится, да? О, давай быстрее. Господи. Еще раз. 40 секунд с лишним. Оранжевый квадратик попасть. Пошли, 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 быстрее. Быстрее. Пусть ему не даст проехать. Ой, пробежать. 50 секунд даже. Мы должны успеть. Ай. Запуливай. Давай, переодевайся. Быстрее. У нас есть 30 секунд. 35 даже. Давай. Давай, он бежит. Давай, давай, давай. Ему еще и поезд снизь. Вот сейчас я не понял, честно. Честно, сейчас я вообще ничего не понял. Чего у меня получилось украсть овцу? Он, блин, не пробежал, ты, видимо, глюк какой-то был. Так. Она поехала куда-то. Надо вначале. Вначале бежать. Подожди-ка, погоди, блин. Он ходит. Может, его камнем сначала попадет? Погоди. Была мы.
смысле, конечно, что, по-моему, я думал, конечно, поезд собьет. А не вот так вот все получится. Понятно. Окей. Блин, свали. Блин, бежит он. Зараза такая. Иди отсюда. Себя. Отлично. Ну а там дальше некуда идти, кстати. Это был последний коридор, насколько я знаю. Говори вслух. Ага. Тут уже перевода нету. И озвучки тоже. Которую мы выстрелили в предыдущей серии. Я вообще не понимаю, что происходит. Наша овечка. Да, мы запульнули, так запульнули мы ее. Еще один. Еще один, еще один. Как они размножаются-то быстро? Заставку нельзя никак, блин. Он, видимо, рассказывает, что там произошло у них. Стрима. Серию пора заканчивать. Было бы это все как-то с озвучкой, или хотя бы с текстом, был бы другой разговор. Так мне не очень интересно это смотреть. Так меня забрали куда-то вообще. Конец, видимо, или что? Но у нас две овцы осталось еще. Так. На их планету меня куда-то занесло. Чтобы поймать всех марсиан, ты должен использовать вакуумный компрессор. Когда марсианин подойдет к нему, активируй компрессор пультом управления. Марсианин будет скомпрессирован за... Так. Видимо, не дадут мне сейчас закончить серию. Или нет, знаете, все же я закончу эту...
некоторых все еще. Я понял. Так, и увидимся. Закончу эту серию девятую и увидим. Блин, да ё-моё. И увидимся с вами уже в следующей, в десятой серии. Надеюсь, вам нравится мое прохождение. С вами был Женек. Спасибо за просмотр. Всего доброго, до встречи.